Гондурас. Ну, все равно. Мне все равно, но куда-то поеду. Куда-нибудь. Гондурас. Скажи, чтоб она не сделала. Ой, ой, ой. Ну, слушай, ты траву рвешь. Настя, на траву. Слышишь, что Саша говорит? Говоришь, чтобы она не стирала так. Будешь ты так хорошо учиться, тебе даже купить? Договорились? Я заберу вас. А если будешь плохо учиться, ты и сам купишь. Ты его веточку уберите. Сейчас бабушка капец пустит. Владик. Давай я вас отведу до машины. Что там здесь есть мой кадр? Сам. В самокате поеду. Сейчас. Едет на пока это. Не, стань сюда. Так классно кататься. На фотографии видно не будет. Повернись сюда, Саша. Нет, фотошопер. Повернись сюда. Ай, блин, Андрей, ты же издеваешься, что ли? Что такое? Саша, смотри на тетю Лену. Это тетя Лена тоже красотулька. Улыбайся. Красиво улыбайся. Красиво сейчас улыбнулся. А самокат обрали? Это самокат Городецкий уже остается. Да. Чтоб вы видели, что он делает. Ай, ну ладно, он делает, все. Землю, ну это уже, ладно, уже, да, все поэтому падает. Он и Городецкий уже. Да. Что, самокат? Три портсигарок. Три кожаные куртки. А, три кожаные. Я хотела только желтую ветку тогда. Ну возьми, иди. Чего? Желтую. Потом. Она не достает, она при этом. Она будет. Что? А ты не кусок газеты. Все, хорош снимать. Все, родственнички. Ой, красота у вас. Мы уже приедем за вас отдохнем. Пока вы будете. Да, давайте, давайте. По машинам. А где ты скинул дальше? Настя, ты что такое делала? Это у меня так было на этих на ногах, не сеть на коне. Это потом. Самое большое расстояние это от Бреста. До. Все-таки в Гомеле. До Гомеля. Да. 500. Ну вот наши ездят в Гомель, ну, когда в Борисполе встречают группы эти все туристические, то они в Гомель едут, а потом уже там. 400 километров до Мозыря. Все, туда, до свидания, поехали. Я сзади. Хорошо. Вот так вот, видишь, выпил соточку и целый день свободен парень. Лена, ну, Лена, да, если она водит, конечно, молодец. Ну, Баранович ехал, говорю, Лена, а я там Барановича партию в больницах всех ездил. Вот. Говорит, папа, у меня Андрюша в машине есть. Он меня зальет. Детей все забрали. Нет, половину еще осталось. Это они сейчас по платной дороге поедут, да? А для вас нету платного. Это для нас есть платное. Нет, так у нас платное, а у нас техосмотр проходишь и платишь. Да, но за дорогу платишь сразу, на целый год. Я плачу $100 на 2 года. Ого. А, ну техосмотр, ну да. Там нас сейчас вообще все поотменяли. А кто проходит один раз в год, то $50. Раньше было... Пенсионерам 50% скидка. Угу. А сейчас все уже сократили. Да, так я же говорю, что приравняли к коммерсантам, которые ездят. Я вообще вот в этом году даже по платной дороге не ездил. Это ее. Оплатили.